Всем большой привет на канале Кулинарим с Викторией. Сегодня готовим шоколадный бисквит на кефире. Такие бисквиты на кефире отлично подходят для любых шоколадных тортов. Для приготовления понадобятся яйца, сахар, какао, разрыхлитель, сода, мука, растительное масло, кефир и щепотка соли. Полный список ингредиентов вы найдете в описании под видео. Для начала 1 чайную ложку соды погашу в кефире. Кефир должен запениться, значит реакция произошла, можно продолжать дальше с ним работать. Далее в другой емкости смешаем все сыпучие ингредиенты. Муку, у меня 250 грамм. К муке просеиваю 4 столовые ложки какао. Какао обязательно берите не сладкий, хорошего качества. Просеиваю 1 чайную ложечку разрыхлителя. И добавляю щепотку соли. И все перемешиваем. В другой емкости смешиваем 3 яйца и 220 грамм сахара. Взбиваем миксером в белую пышную массу. Масса хорошо побелила и увеличилась в размерах. У меня на это уходит обычно 5-7 минут. Далее добавляем 270 мл кефира. В кефире мы уже погасили соду. И 40 грамм растительного масла без запаха. Все еще раз перемешаем миксером на низких оборотах, осторожно, чтобы не перебить яйца с сахаром. И теперь частями будем добавлять рассыпчатые ингредиенты и перемешивать. Делать это нужно осторожно, лопаткой, снизу вверх, чтобы наша масса осталась пышной. Добавляем следующую часть муки с какао и разрыхлителем и еще раз перемешиваем. И так продолжаем до самого конца. Чтобы разбить все комочки, можно слегка помогать венчиком, но сильно не увлекайтесь, делайте это осторожно. Нам нужно, чтобы масса осталась пышной и не осела. Тесто должно получиться не слишком густое и не слишком жидкое. Оно стекает ленточкой с венчика. Подготавливаем формочку, подойдет любая формочка диаметром 20, 22 или 24 сантиметра. Я буду использовать кондитерское кольцо, я его установила на диаметр 21 сантиметр и переложила фольгой. Фольгу я сложила вдвое. Переливаем тесто в форму. Отправляем запекаться тесто в духовку, разогретую до 180 градусов на 30-40 минут. Запекался у меня бисквит 45 минут. Проверяем его деревянной шпажкой. Даем бисквиту немного остыть и затем извлекаем его из формы. Посмотрите, какой красивый и пышный получился у нас бисквит. Получаются такие бисквиты очень вкусные, немного влажноватые, структура пористая, с приятным шоколадным вкусом и цветом. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем желаю удачной выпечки, всего вам самого доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.